Сколько сфер вылетает в 25-ке, я что-то не помню. Две, по-моему. Что тут по танкам? Два нормально же будет или еще? Тут одного, наверное, хватит. Тут один как бы вообще нужен. Войт, есть фласка на ХП? Войт. Да, да, есть. Да. Спасибо. Давайте первые пару утраев без рыбы посмотрим. Что вы вообще все из себя представляете, а потом если что с рыбой. Что-то пан где-то у нас запропастился. Да можно без него один трай сделать. Ну, в принципе, довольно наивно думать, что с первого трая убьем. Все хотя бы смотрели видос по тактике. Кто вообще не знает, что здесь делать? Давайте с этого начнем. Плюсы в чат. Кайф. Знаешь, что сегодня ох, и не посмотреть тактику. Интересно. Ну, в общем, смотрите, ребят. У босса три фаза. Перед... Смотри, там просят дискорд линкануть. Пусть чел зайдет. Может, ему тоже тактика нужна. Ну, давай, линкани. А ты зачем метки на ДКшек кинул? Да, чтобы смотреть, как они притягивают. Ну ладно. Там же, ребят, если не ошибаюсь, таймер берсерка после, ну, на второй фазе начинается, да? С пула. С пула, ну. С пула идет таймер берсерка? Да. У меня просто ДБМ вроде серовский, но он что-то... Иногда бирсу не показывает на некоторых боссах. Ну, в принципе, я тактику не знаю, но у меня рядом друг сидит, он тактику знает, то есть он не может говорить тактику. Ну, это хорошо, что у тебя рядом друг есть. Ну, лучше я расскажу. Поехали. Да, хан зашел. Киллшот. Дима киллшот. Ты здесь или нет? Ну, отлично. Поехали по тактике. На боссе три фазы. Первая фаза наземная, танчится он в центре. Со сторон будет появляться искры. Эти искры надо притянуть ДКшникам, и их надо будет быстро задамажить, чтобы они не долетели до босса, и он их не сожрал. Как только СК разбивается, под ней образовывается лужа. Вот в этой луже вы стоите. Сразу в нее все РДД заходите. И дамажите, она будет апать вам урон.
Помимо еще он будет поднимать всех воздух и отдавать дамаг сильное ОЕ. Едем дальше. Первая фаза, в принципе, это все. Никаких сверхспособностей у него нет. Фаза вторая, он взлетает наверх. Его дамажить уже нельзя. А нам надо будет... Прием, прием. Баф, да, баф, точнее, повышающий ваш урон, входящий по Малегасу. Третий – это прохилка. Четвертый стак – это прохилка от стаков. Пятая кнопка – это обычная, по-моему, прохилка. Это щит, пятая кнопка. А, щит, да, значит. А шестая – значит, это обычная прохилка. Да, что-то такое. Суть в чем? Мы летаем на драконах. В основном старайтесь стоять в одном месте. Дамажите. И, собственно, сливаете все дамагеры через 3 единицы. Двойку играют. Все хилы играете, соответственно, через 3 единицы и разрядка за хил. Едем дальше. Там будет поле, он кастовать электрическое. Вот в радиусе этого поля находиться нельзя. То есть, если вы видите, что поле появилось рядом с вами, вам сразу надо оттуда отлететь. Это раз. Там водящий один должен быть. Один. Да, метка. Там поставим, он войд поводишь. Едем дальше. Последняя его способность. Там он направляет свой взор на вас. Если у вас стоит ДБМ, у вас желтым будет написано, блять, на пол экрана посередке. Малегас обращает свой взор к вам. А в данном случае вам надо будет просто прожать щиточек. Он дает один луч. И этим лучом он просто вас шибет. Если вы не прожмете щит, то вы умрете. Это щит понятно? Щит должен активиться. Нет, щит висит там 6 секунд. Щит просто висит. Но он тоже щит... зависит от стаков. Нет, щит от комбо-поинтов зависит. Один стак это 2 секунды, там 2 стака от первой, то что ты комбо-поинтов собирал, это 3, и соответственно 4, 5, там, вплоть до 6. Тут какой прикол в том плане. Смотри, он, допустим, пишет, блядь, на одного. Я не знаю, как у других оно пишет или нет. Но оно в три цели бьет. В любом случае, он пишет. Типа, надо будет просто сразу щиты прожимать. Эти вот три цели, которые он выбрал, надо, чтобы они прожали вовремя. Или будет габелла. Давай, терчи на готовность. Если все готовы, то... Саш, поставь шкаф. А как макрос на драконе сделает? Можно сделать макрос, фоллоу, если войд будет водить. Фоллоу войд фурии прописать, и просто за ним будет передвигаться дракон.
Вроде макросы на драконе нельзя сделать. Не помню, честно. Да по меткам будете смотреть просто. Да, метку на тебя поставишь, просто выбирай метки со всех, чтобы не проебались. Давай попробуем тут, пока ты, не видишь. Тыкните, пожалуйста. Тут хуй поймёт. Я же говорю, тут первый трейд, надо хотя бы посмотреть, что из себя представляет рейд, а там уже дальше будет видно. Если проеб 2-3 человек на третьей фазе воздушной, то это в берсу просто убираешься. Кто нас хилует? Пятая пати. А, нормально, на драконах. А кто нас кулаки кидает? Кто кидает? Третьего пала нету, он АФК. Кстати, ребята, дополню, в том плане, вы не тыкайте там, когда на драконах будете, блядь, по КД, блядь, единичку, как она откатывается, 3 единички, 2. У вас всегда было, чтобы должно было в запасе быть 50 раги, блядь. Если у вас 50 раги не будет, и его на вас Маголигос посмотрит, он просто вас убьет, нахуй. Можете сделать, типа, интервал, нажать единичку, через секунду 2 единичку, через секунду 2 единичку, на двойку слить. Первая кнопка дает 10 раги. В том плане, ну, чтобы у людей все время рага была, чтобы щит прожать, надо 50 раги. Не, я понял. Просто ты говоришь не нажимать по КД единичку, хотя единичка дает 10 раги. Она не дает 10 раги, она забирает 10 раги. Она забирает 10 раги. Я прошу прощения, был неправ. Тогда все, сори. Ну, я тоже подумал, что это какая-то хуйня 10 раги. Там она занимает 10 раги. Как рога. Чтобы у вас все время было на запасе. Допустим, у вас есть вообще по самой такой сути, когда написала табличка, вы сидел в центре монитора, Малигос смотрит на вас, у вас есть 2-3 секунды дать хотя бы единичку 2 раза и потом прожать щит. Хотя бы 1 раз прожмите единичку, а потом уже прожимайте щит. У вас есть 2-3 секунды. Ауру коня уберите. Пан, быстро пробав. Она, кстати, работает на это. Пристабав МТУ. Сейчас, подожди. Зачем рыбу поставили? Он ошибку сверху не сожрал. Сожрет сверху, пиздец будет. Ты говорил этим ДКшникам притягивать искру? Нет, тут бывает, когда он взлетает, ну, не в то время, когда надо. Короче, он бывает жирает, и надо прожиматься. Мацей какой-то кидает. В общем, пробивает. Ауру коня, офните. Поставьте на каст, стоит каура. Стоит на каст. Поставьте на броню, бля. Пускай лучше шаман тотем поставят, они не стакнутся. Пан, ауру воина света убери. Он, по-моему, не в канале. А чем она вам мешает? Да на третье можно на драконах поставить все, а она сейчас она не надо. Есть та, которая полезней. Например. Ну пусть воздаяние, блять, поставит. А тут какая магия? Тайная, да? И что-то еще. Да, тут тайная магия. Тайная и лед. Можно лед поставить тогда. Тут, по-моему, нет льда. Могу ошибаться, конечно. Все, делаю арча. Давайте попробуем, блядь. Дольше собираемся. Все, все готовы. Активируй. Ладно, я думаю, на СПД сейчас нет смысла пить, да? Да, сейчас нет смысла.
Нормально, дыхание чар кикается. Сверху видно вообще. Дыхание кикать забывает. Дичь какая-то происходит. Я говорю, наркоманский босс. У меня, блядь, башка болела от него, нахуй. Это все и ну... Есть искра? Ну, а, вон. Сейчас, вон, сейчас. Сзади, за ним. Где крестик искра? Убивайте искру. Вставайте в лужу, из-под искры, в лужу. Уже лока бернуть. Давай. Да не, пока не. Хотя ладно, пусть он даст. Вставай. И в лужу иди, Тамаш, в лужу. Искра. Справа от босса. Сожрал, сука. Он быстро жрет. Но она уже кончилась. Смотри, бам. Да, вот эта вот масуха его ж не убивает. Дискрой, походу. Меня не останови! Говорит, утапнули его, просто пиздец. Да, давай. Чародейская буря 30 тысяч, короче. На искру, наверное, захавал. Потому что искру... Да, он под искрой был. Тут ему нельзя давать искру, потому что, блядь, ну, это или массив надо давать. И прожиматься просто больно. Так он вроде должен был в танку улетать. И во всех. Поставьте кто-нибудь, кто будет именно искру отслеживать. Сразу, перманент. Вот смотри, в 25-ке как убивали. Мы, получается, уводили на другую сторону. В том плане, не в центре он стоял. Допустим, если слева, мы ведем его направо, блядь. Потому что тут бывает вот эта перифаза, когда он взлетает. И, блядь, он искру моментально жрает, хотя до него она не дошла. Кстати, вот, не знаю, этой хуйню это еще даже не пофиксили, блядь. Может, она так и должна быть, просто хуйня. Жив или хламобот есть у кого-то? Он ее еще так быстро сжирает, пуска, блять. Да он как ебанутый ее сбит. Десятки проще, как. Фичу поставишь, как. Подождешься. Доспех не знаю, наверное, в демона, может, даже до баб какой-то. У нас один, получается, два демон лока, один афлик, блядь. Два дестрика, один афлик. Нет, у нас же три лока. Ну, я говорю, два дестрика, один афлик. Пускай фича спихнется. Ты сказал, два демонолога. Ну. Ты сказал, два демонолога, один афлик. Я тебя поэтому поправил. А, я, ну, неправильно. Ну, пускай тогда в демона спихнется.
что он нужен. Демоне тоже нормально. Да, пусть, да. Пусть. Скатится. Ну, Блэк уже спятнулся. Блядь, у меня ник пал, этот пан. Я все время хочу сказать панин. Кто искру будет отслеживать? Откуда, блядь? Ну, я постараюсь, ну, блядь. А давай поставим эти метки. Что ты его танчишь? Ты его танчишь, да? Да. А, бля, так ты тебе просто его надо будет уводить на другую сторону. Надо кому-то, чтобы кто-то так. ДК может тем более грипнуть ее, блядь. Да, они грипаются, станятся и прочая хуйня. Ну, факт, что ничего не сажал ее. Тут, по-моему, если вот если взять, по-моему, 4 или 5 искр будет. Ну, заря зависит от нашего ДПС, как мы его будем бить. Ну, конечно, ДПС у нас говно. У нас ДПС 7 человек. ДПС говно, потому что все хуёво делает. Да не, чего ты слышишь? Это в том числе. Потому что, блядь, в сфере только РДД стоят в этой ебаной искре, они миленькие. Ну, мой, блядь, ближе ее подпустить, ну, захавать. Танчится вот здесь, танк его ведет, смотрит, если искра, блядь, летит там, он его поворачивает параллельно искре. Все стоят здесь в центре, нахуй, вот здесь. И все получают урон, и достают до босса и бьют. Ну попробуй, Влад, ну Влад, попробуй, как он говорит. Но я думаю, это будет хуйня. Что, ну, скажу, просто. Он жрет искру чуть-чуть на расстоянии, поэтому, ну, особо не рискуйте. Дело в том, что если я вот так вот поведу к искре, вот так вот поведу, блядь, допустим, он в трусах искра, блядь, я вот так начинаю сюда босса вести, он ее сожрет сразу, вы ее не успеете добить. Другое дело, если вы ее добьете, я поведу босса, в итоге опять-таки потеряется ДПС, пока мы будем перемещать этого босса, потому что спиной я к нему повернуться не могу, блядь, у меня не 60 плюс КХП. И помимо, надо еще успевать сбивать, блядь, дыхание. С которым тоже, опять-таки, те же ДК могут помогать, блядь. А не просто стоять и искать, блядь, где там сверка и почему ее, блядь, в ней стоят только РДД. Ну, блядь, вы, говорит, видос смотрели, походу, нихуя ничего не смотрели. Ну, а ты смотрел? Ну, я все смотрел. Молодец. Че, подрубаем? Что, даже если он будет подводить к искре, это будет подводить, нам уже надо будет ко второй бежать. Тут искры выходят. Нет, добейте, подводить это не вариант. Вы потеряете очень много, плюс это очень рисковое дело. По таймингам она... ТТДшек все время на ок. Я говорю, тут по таймингам вторая и третья искра, она будет вылазить уже моментально. Уже надо будет постоял, подамажил в этой сфере, блядь. Все, блядь. Вот, иди запускай. Иди, покасай. Хвалага пошибал. Че, ты его подтягивать не будешь к тебе? Танк умер. Искру смотрите, где появилась. Танк помер. Сейчас посмотрим, где искра. Искра появилась за ним. Блять, вот это светопредставление вообще. Я тебе говорю, это наркоман какой-то находил. Где вот она сейчас? Сейчас пока не. Сзади, сзади, за хвостом, за хвостом. Вы ее убили? А вон она, вижу. Добивайте. Добили. Вот еще искра. Новая искра появилась. Чекай, за ним же. Опять в спине. За ним, за хвостом, за спиной.
вон со стороны ромба. Ебать, у него дыхание охуевшее вообще. Тут явно пожирнее надо быть, хуй знает. Резист, может, какой. Скажи, блядь. У меня, кстати, есть тайный магии резист. 102 резист. Ну, бля, убивали же как-то. На ФК когда? ФК, блядь, он не апнутый был. Когда в ФК он... все боссы были не апнуты, в том числе. Серьезно? Да. Нахуй тогда апнули? Блядь, спроси у форумных, форумных троллей. Потому что, я тебе расскажу, потому что, блядь, всякие гандоны в итоге написали, что вы, типа, контент такой легкий выпустили, ФК сделали за 3 часа. Ну а по факту, Накс, за сколько вы тогда закрыли, Макс? За 2.5 или за 3? Накс. Ну, по фасту вообще. Мы, блядь, убили даже, ну, там, вайпнулись только на какой-то хуйне, блядь, я вот не помню на чем. Все, мы буквально там, за часа два, где-то 2.5, мы принесли фул Накс, забрали Накс и все. Да. Ну, в итоге люди начали писать на форум. А они еще в тот же вечер закрыли, или на следующий день закрыли око. Нет, люди начали писать на форум. Тот же день закрыли, через часа 4 закрыли уже око. Там Этерналы закрыли око, они, короче, догоняли нас. Мы кельта ебашили, а они были на Сапфироне. Мы убили кельта, взяли ФК, они убили этого, получается, Сапфирона быстрее, утонули ключ, забили хуй на келя и побежали, короче, они, блядь, в этот, в око. И око они забрали. Ну вот, в итоге, как бы... После этого апнули весь контент. То есть полностью ОС, Канакс, блядь, все проапали. ОС, она не сильно оставила. Ну тут еще жирнее. Делали весь. Плюс резисты надо делать на танк, блядь. Ну да, ОС что-то они ебанули. Ой, не ОС, а ОК, как страшно, мы ебнули. Ну, считай, во-первых, если не сбивать каст, если вдруг ты где-то прослакал, не сбил каст, это, считай, ваншот. Ну да, 36к. Этот же каст сбивается, его вот надо сбивать. Это дерьмо. Он его сказали кастует, на случай. Он его кастует 1.5 секунды. То есть, ну, вот где-то я отвлекся, вот когда с искрой, где искра, я начинаю по экрану искать, я не увидел, что он кастует, и в итоге ваншот. То есть, либо надо тогда ставить на танка того, кто вообще ни зачем не следит, и я вот, если буду танчить, я просто смотрю на его ебучие хп, блядь, и на его ебучие косты. Это да, пускай просто, ну, люди смотрят, где искра, там, кто увидел искру, блядь, сказал, что за ним, там, допустим, все, дал инфу, блядь, и молчит. А вот есть так. Место, откуда искры не летят? Да нет, вообще, со всех нахуй. 4 сторон могут лететь. Плюс мы убивали Ока, вот это апнутая, блядь. А, к Берсе уже притык. Умерло, по-моему, 2 человека. И, блядь, все, короче, с алкокамнями, без чарками. И танчил его, просто пал с каким-то дерьмом, еще не помню. Апнули его, конечно, Ока, тут пиздец. В 2 раза хп увеличили, ебанешь. И не только хп, по-моему, еще и дамаг там 10% и 10% хп, по-моему, добавили. Да, пидорасы, я тебе говорю, на форуме написали, блядь, наплакались, блядь. Да, в итоге получили контент. Просто это немного такое, потому что тут ни категории нету, а во-вторых, там ребята задроты, которые, ну, вот это Этернал, там Асгарды и еще там ребята. Они там сидели уже к этому оку, в фулл чарках, в фулл сокетах, уже знают, что делать надо, понятно. Да, я бы не сказал, мы собирались вообще, у нас под половину 25-ки статик был. Собран, блядь, со всех реалмов, которые, блядь, есть в мире, блядь. Кто вообще, блядь, с рвов, блядь, то еще откуда. Короче, в том плане, ну, хотя бы, понимаешь, у нас перед РТ, перед Факанаксом за день, у нас всех собрали в Луносвете и всех смотрели, блядь. В том плане, у кого чарок нету, нахуй, проф нету, нахуй, ты, короче, не идешь на ФК 25-ку. Запускай.
Ну это бред, конечно, был, блядь, в кабосов убить, блядь. Что, попробовать его в одну сторону отвести, чтобы больше места было искры смотреть? А я попробую проносить, короче. Просто, откуда искра? Стоял, вот как сейчас, сбивай, вообще, сбивай, короче, дыхание это. Я скажу, если что, откуда искра. Пиздец. Ну хилы у нас, конечно, заряженные были, пиздец. Я со звездочки посмотрю. Так, она будет за ним, короче, с хвоста лететь. С хвоста летит. А, в трусах. С трусов. А, это вот этот, где портал появляется, да? Да, да, да. А, ну все, понятно тогда. Тяну, где РТД стоят. Я сейчас притяну, где РТД. Не надо ее сейчас тянуть, не надо ее сейчас тянуть. Когда он на взлетке наклон, сожрет ее моментально. Блять, хуя. Отлично, разворачиваю, да. Там. Потейте хилы, короче. Со стороны ромба. Да, с ромбика теперь. Надо еще чуть-чуть дальше отойти. На себя отвести, ага. Очень красиво будет. Блять. 39 дыхания. Я начал отходить, блять. Он в этот момент решил кастануть дыхание, блять. Я не успел к нему назад вернуться, просто, блядь, я же говорю, каст полторы ебучие секунды. У нас 3 ДК, почему не сбивают просто? А, блядь, вон сферы брикует, нахуй. Их 4, не 3. Дайте фулбаф по вару, фулбаф по вару, каску, блядь, лапу. Я сфера сбил. Справа сфера у звезды. Все, забрал. Перед лицом будет. Слышишь, что вводил? Заморозил сферу. Вон искра, кстати, блядь. Я пока не могу использовать. О, вниз ее. Ага. И в луже стойте, блядь. Еще одна сфера. В луже, да. В кружке сейчас полетит звезда, готовьтесь. Ладно, разворачиваю жопой. Надо сейчас. Там на 50 фазы еще БР раздадим, нормально будет. Перед лицом не стой. Мне нужна цель. Искру разбивайте. Стан дал. Вот. И лужу, в хвосте лужу, в хвосте РДД все. Все, 10%. На нас. Веди. У него он давал уже мне. А. Фича СС по Валторе дай. Да нет, тут уже не нужно. Ну вдруг там это, на трэшах. Так и искра будет. Она будет со стороны его жопы, по-моему. Треугольник летит, треугольник. Нет, с ромба летит. Треугольники тоже вижу. Треугольники уже близко, да. Да, замедляйте. Надо. Я захавать ее, походу, да? Не-не-не, вот все убили. Все, и с рамба летит. Сейчас уже фаза, уже 0.3%. Побейте немного. С рамба надо убить. С подморды уходите. Все. Все, захильтесь на фул. Сейчас будут куполы розовые, в куполах надо стоять. Который уменьшается, из него тот, который появился новый, будет перебегать. И все, и трэш. Диски берут только милики. РДД не берут диски. Никогда. Ты двоих назначал на диски. Нет. А Геру может дадите? Геру дайте, пускай бьют. Геру дайте. Зачем? Геру вообще... А нахуй она нам нужна будет? Нахуя она нужна будет? Геру дайте сейчас хоть скейте, блядь. Диски пошут. Геру купол. Надо было... Пить, нахуй. Купол. Давайте сейчас. Давайте Геру там... На чтобы били его одного долбоеба на диске, потом следующего. Шакит, дай бэр, хулипал. Ты же говорил этого поднять. Бога, я Артур поднял. А, я понял. Хорошо, Войт, тогда дашь потом бэр. Хули там.
прикол, который большой появится. Забегайте. Откинет. Я на первую дам этот гимна ХП. Дам гимна ХП. Который с трэша падают, только милики берут, потому что ДД снизу и так. Под купол забегите, под купол забегите. Отлично. Панду. Все, милики, берите диски, садитесь, идите бейте мобов. РДД играйте по мобам. Готовимся, новый купол скоро появится, надо перебегать. Побежали. Дресс упал. Там один диск свободный остался, садьте кто-нибудь. Луки это, дот эти, все что пролетает мимо вас. Чё по гимнам на ману? Капустка дает гимнаману. Трик тотем. Так, ты сейчас под прожимку эту, пускай Влад кто-то даст, вот под дыхание, я отдавал гимна первое. На ХП отдавал. Давай. Не, да. Я отдавал, пускай кто-то отдаст. Не, я в капустке говорю. Все, перебежали на следующий. На драконов дойдем, посмотрим, что там. Черт. Вон шар упал, перебежали сразу. Нахуя так оп? Хотя бы не в два раза бы увеличить. В полтора бы. У нас хилует дружник 170 слабо. И обратно в большой. Давай. Получается один остался. Дай перейти этот батчи, там это гимна ХП сейчас. Когда будет то уешка. Не перебегайте. Все, вот теперь перебежали. Вы вот когда он делает вдох, все, стойте в одном куполе. Когда написано, ДБМ вам пишет, Малига сделал глубокий вдох. А вот эта база от чего зависит, с трэша? Ну, весь трэш умрет и начнется. А ты не убьешь весь. Войд, да, и нархоли пал. Уже 7 минут 45 секунд бой лиц. КД там еще. Скоро дыхание чар пушит. Все, сейчас нас скинет. Че сметка не проебитесь. Кто там за кем бежать, за Войдом? Да, за Войдом. На драконах читайте метка способности. Как кто Войд здесь будет? Войд, поставь на тебя метку. Крестик у него вроде. Крестик, где дракон ебучий? 30 метров от дракона отъебало. Будет бить Войд. Взлетайте. К дракону собираемся в крестик. Вот перед его мордой тусуемся. Внушение, содиум, бачи, щиты. Все, померли, да? Бля, тяжелая хуйня. Очень быстро. Просто трупопад, блять. Нет, какой-то цирк уродов, если честно. Вообще жестко, надо, блять, каждому еще тебя билки прочитать, блять. Что-то драконья фаза тут ультра жесткая, если честно. Если кстати, так смотреть. Вот поле появилось, мы с него, кстати, не вышли. Я пока, блядь, я даже мышку до обилки не довел, нахуй, он убило, блядь. Подожди, не, мы, короче, все равно не убили бы, мы за минуту ему 17 лямов не снесли бы. Да. Мы бы не успели настакать да. Столько. По факту. Ну, что я могу сказать по факту? Пущенными идти надо. Идите, одевайтесь, нахуй. Да, тут
Мы не вывезем. Только сейчас, даже если во-первых, мы не вывезем. Во-вторых, здесь нет смысла в 5 хилах. На последней фазе можно любого ДДшника назначить на парахил. В-третьих, камни, чарки, блять. Ну, ребят, надо давно это уже сделать. Как бы просто так умирать не хочется мне. Тратить время — это бессмысленно. Да, поэтому занимайтесь сейчас активным фармом шмота, выбивайте, блять, поднимайте статы, нахуй, делайте чарки, забивайте камнями, блять. Ну еще нет, даже ДЦ не особо нужен. Holy Power, Shammer, Дру втроем спокойно тут прохиливать могут. Да, я же тебе говорю, у нас хилы были, блядь, бис одета, да, но бис уже нахуй, все, его камни, все чарки, вся хуйня, и все шарят за свой класс, 200+, но хилы были, и ту у нас прошибало, пиздец, надо было захиливать, а тут, видишь, сейчас, поищи, доза Black Dark, в смысле, смысл потом траить будет, точно так же будет, нет, ты имеешь в виду, что все будет так же, ну, смотри, я тебе объясню. Да, бычья мана, сейчас расход. Я тебе скажу, что изменится. Вот смотри, на данный момент мы на последнюю фазу пришли, у нас оставалась 1 минута до берсы. Теперь посмотри на ДПС лист. Начиная с 10 места, 2900 минус. Потому что первая фаза долгая, вторая фаза прошлась быстрее, чем первая. Мы первую фазу били 5 минут, вторую фазу мы били 3,5. Понимаешь, Влад, это объясним то, что, блядь, я дал 2900 с учетом то, что я пиздел. Вот. Да. А если понимаешь, всем нихуя не объяснять, то, блядь, ну, ДПС-то возрастет, нахуй. Ну, людям одеваться надо. Тут, блядь, ну, не для Black Dark, ты считаешь, что этот рейд потянет до берсы убить босса, да? Я сомневаюсь сильно в этом. Я сомневаюсь даже в том, что мы хотя бы до 10% снесем боссу ХП. Блять, Black Dark, объясни, как ты настакаешь лужи, блять, в одном месте. В том плане, если на первом, допустим, она вылазит перед лицом, его приходится ему босса разворачивать, вести на другую сторону. Или, блядь, ну, она вылезет потом с той стороны. И тут ты видишь, ты не успеваешь. Ты успеваешь подамажить секунд 10-15, так как ДПСа не хватает. Вылазит искра, блядь. Нам приходится бегать туда-сюда. Не, это на самом деле реализуемо, если вытащить, грипнуть, покаяние накинуть. И вторую искру. Но 2 искры там, наверное, максимум будет. Но никак не 3. Потому что 3 это слишком запарно. Вообще нормально зайдет. Вот это 2 искры.